Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, и это очередной выпуск серии «Старики и разбойники». И сегодня она будет посвящена радостному событию, огромному пацанскому подгону от коллекционеров моих знакомых. Это двигатель Ша-50 для проекта «Разбойники Рига-1». Данный двигатель был отдан за так с доновского мопеда людьми по многим причинам. Во-первых, как вы видите, вот эта вот щель в картере, где тут крепилась защита, и в ней видно, как происходит жизнь внутри двигателя. Тут была куча грязи и мусора, но я его отмыл сегодня в гараже, после того, как получил эту посылку. Двигателя 1965 года. Напомню, мой мопед Рига-1 1963 года. Крышки Ша-50, что правая, что левая, ну, значительно в лучшем состоянии, чем мои. У меня особенно правая очень потерта, там были попытки ее вывести. Тут внутри окислы. Скорее всего, мотор подвергался воздействием влаги очень сильно. Коленчатый вал, скорее всего, мененный. А может, если не мененный, родной, но имеет приличный люфт от НГШ. Там, ну, разбитый. По факту, такой коленчатый вал под перепрессовку либо замену. Тоже режим по факту. Дальше, из чего заметил, вот это вот экибана, сорванная резьба для слива масла. Скорее всего, в этот мотор лазили неоднократно. Меня это еще тревожит. Интересный вопрос. Может быть, тут даже такое, что и половинки не совпадают, но это я узнаю, когда вскрою левую крышку. Итак, продолжаем. Мы сняли левую крышку картера, и перед нами образовала, как говорится, предстала главная передача. Стояла тут родная картонная прокладочка. Пятачок выжимной был изрядно истерт, без прорези, и потихонечку жрал пятак на пластине сцепления. Стопора все на месте, никто не вылетел, хотя были бы шансы. Вот видите, по вот этому винту сорванной шляпкой видно, что двигатель уже вскрывался и располовинился. Диски сцепления, если сейчас присмотритесь, кое-где не хватает усиков. Не знаю, как родной, не родной, это надо глубже вскрывать, я вскрою уже и в дальнейшем расскажу вам. Вал, действительно, с первых выпусков Ша, без прорези под привод спидометра. Так что, скорее всего, может быть даже родной Ша-50 вал. Вскроем дальше. Будем смотреть, что там у нас. Судя по залежам песка со стороны тормозной лапки, на этом мопеде отрывались в регионе, связанной с речкой и водой. Потому что вот тут вот залежи песка, а левая крышка имеет окислы алюминия зеленого цвета. Хорошо. Итак, мы сняли моторную передачу. Вот эта шестерня с натягом пошла. Вот, действительно садилась натяг в те времена. Износ успокоительной пружины относительно минимальный. Как правило, они вот в этом краю изнашиваются очень сильно. То есть масло было. Единственное, что не нравится мне вот этот вот износ. Вот этот. Скорее всего, шестерня чухала по картеру. По сцеплению. Один диск идет пробковый, второй диск уже текстолитовый. То есть тут уже идет сборная солянка. Подозреваю, что возможно корзина сборной солянки. Но это буду выяснять. Стариков, знатоков. Что и куда. Разбираем дальше. Итак,
Благодаря вот этому съемнику сделано новогоднюю январскую пору, там, когда все отдыхали с 1 по 7, двигатель благополучно располовинил. Итак, он располовинен. Первое, что я не обнаружил, это прокладка между половинками. Второе, как видите, масло в этой части картера, а значит, оно шло в приошипную камеру, и этот движок нормально толком, скорее всего, не работал. Далее, по трещине. Причина, скорее всего, изнутри, как видите, след от шестерни заводной. Вот это вот вместе должна была быть упорная втулочка, которая не давала глубоко валу садиться. Кстати, вал имеет небольшой конус. Конус в районе шестерни. Что это за такой конус? Надо будет поизучать. А, он там ограничитель стоит. Ну, опять придется втулочку ставить дополнительно. Сайлентблоки разбухли, они конические. Клинчатый вал подтвердился. Влет в НГШ. Ну, разбираем дальше, будем притирать. И все как положено. Делать с этим двигателем. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Ждите продолжения проекта «Старики-разбойники».